Вот так неожиданно начинается сегодняшний влог. Я в клинике «Галактика» в Санкт-Петербурге, и мне предстоит, как мне казалось, еще буквально на днях, последний этап, на самом деле, этой длинной эпопеи с моими челюстями. Мне должны снять металл, который стоит у меня в лице, у меня достаточно много пластин после двусторонней остеотомии. Но также предполагалось, что доктор проведет мне коррекцию нижней трети лица. Я напомню, мой врач Андрей Русланович Андреищев, доктор наук, челюстно-лицевой пластический хирург. И, в общем, все мои предыдущие операции делал он мне. И так мне предстояла коррекция нижней трети лица, и я предполагала, ну, потому что не было у нас такого конкретного разговора с врачом, что это будет шлифовка. У меня одна часть лица, правая, значит, ниже левой части лица. Я вам покажу. Вот на разном уровне эти кости у меня находятся. Правая часть лица у меня покатая, и она переходит без выраженного угла челюсти практически сразу в шею. Левая часть более очерченная, и есть здесь угол небольшой. И, конечно, меня врач спрашивал, какая из двух сторон мне нравится больше. Мне нравится больше вот эта, потому что углы профилактируют сползание мягких тканей, и это хорошая такая костная опора для того, чтобы лицо стояло на месте. И я предполагала, что мне вот эту вот правую часть немножечко как бы подшлифуют снизу, доведя примерно до того же уровня, как и кость стоит здесь слева, но все оказалось совершенно не так, не так все просто. Зубы мы дотянули, все хорошо, а нижний край, он у нас, ну скажем так, жил в какой-то степени своей жизнью. Поэтому асимметрия сразу костная, если сравнить, сделать такую же симметроскопию по снимку сразу после операции, вполне возможно, что асимметрия была меньше. Ну вот, но с зубами, поскольку там ими занимались активно, как бы вопрос проконтролировали. Вот. Значит, этот вопрос решаемый. Верхняя горизонталь – это по глазницам, по глазам. Угу. Это у нас окклюзионная плоскость. Угу. Нижний край тела челюсти справа-слева у нас разный. Он у нас сам по себе разный, да? Потому что по зубам мы поставили правильно, середину мы здесь не промахнулись, но нижний край у нас разный, это та асимметрия, которая тебя парит, меня тоже. Да. Значит, если тебе больше нравится эта сторона, то вот здесь вот видно, что у нас снизу есть лишнее, это лишнее нужно убирать. И вопрос, вот этот контур, угу, нам надо этот контур приподнять в более высокое положение. Вот у нас место, где вот раздел, да? Да. Значит, что мы делаем? Тебе больше нравится вот эта сторона. Вот твоя настоящая кость, вот она внутри. Что мы делаем? Мы делаем распил вот так. Второй распил мы делаем горизонтально, вот так. И вот эту вот опущенную вниз и немножко утопленную косточку мы выдвигаем и приподнимаем. Насколько, сейчас посмотрим расчет, у нас на миллиметры должны быть. В результате мы добиваемся того, что вот та кость, которая там внутри есть, она у нас будет на таком же уровне, как с этой стороны. И мы добьемся того, что у нас белый контур с этой стороны совпадет с синим контуром с этой стороны. Угу. 7 миллиметров. Это много. Это много. Ну, поэтому оно и бросается так сильно в глаз. Это очередная распаковка с сайта iHerb. И хотя коробка выглядит такой внушительной, там на самом деле на дне всего два средства. Итак, ко мне приехали. Вот такая сыворотка с ниацинамидом от бренда InstaNatural. И я ее заказываю, наверное, либо в пятый, либо в шестой раз. Ну, в общем, много раз я заказывала. Хватает его надолго, этого ниацинамида. Это серум. И там 60 мл, такая молочная сыворотка, густоватая. Полукремовая, скорее, такая текстура. В составе этого средства в качестве базы есть алоэ вера. Поэтому она так круто работает на коже вот такой вот, первое, обезвоженной, а второе, чувствительной, либо гиперчувствительной. Поэтому, если у вас есть такие характеристики кожи, очень вам советую. Прям отличная штука. Ну и, конечно, сам ниацинамид здесь реально рабочий. Я, во-первых, вижу, как в целом, значит, лицо становится светлее и более однородным по оттенку, так и конкретная пигментация, она потихонечку начинает сдавать позиции. Это более длительный, знаете, процесс, чем когда пользуешься, например, витамином С от бренда Timeless, в частности. Но он определенно идет.
И вот для поддержания эффекта вообще хорошо. Плюс сама сыворотка очень классно увлажняет, потому что у нее в составе там гиалуронка, витамин Е, авокадо, значит, экстракт розмарина. Она очень хорошо работает как раз вот с какими-то такими островками сухости на лице. В общем, потрясающая. Буквально вот недавно у меня закончился ниацинамид от бренда Medicaid, который стоит значительно дороже. Но правда, там и пептиды в составе, поэтому он и дороже. И я поняла, насколько я соскучилась вот именно по этой сыворотке. А вторая вещь – это умывалка от бренда Mad Hippie. И прикол в том, что я советовала эту умывалку года 3 тому назад, и это была едва ли не самая первая в кремовой версии. Я ее оценила именно на зимний период, потому что у меня кожа была тогда раздраженной, и холодно было, и все дела. И я многократно повторяла, что она заходит только исключительно в холодное время года. Как меняется все. Потому что последние 2 года я пользуюсь исключительно кремовыми, не пенящимися умывалками, вообще вне зависимости от сезона. И утреннее умывание хорошо заходит, и после гидрофильного масла норм. И, короче, я подумала, что я уже сейчас такая опытная, смогу оценить эту умывалку по достоинству еще больше, чем тогда. То есть она тогда мне понравилась, но с оговорками. И там, значит, чего только нету. И зеленый чай, и масло макадамии. Ну, много всего заявлено. По большому счету, это все очень опосредованно влияет на кожу. Сколько там эта умывалка на коже, и тем не менее. 118 мл. Кожа после нее, знаете, абсолютно ни на йоту не стянута. Даже есть ощущение, словно ты ее чем-то увлажнял. Честно говоря, первые дни я вообще пребывала в таком смятении. Столько сомнений. Вообще, стоит ли на это соглашаться? Я объективно очень устала. Очень устала. Это был длинный путь, и в принципе мне нравится то, что получилось. Меня только беспокоит, что вот асимметрия достаточно мне очевидна, и что я по-прежнему стесняюсь смотреть на людей вот прямо. Вы знаете, у меня вот реально внутренний дискомфорт. Понятно, что у всех свои тараканы, и это мои личные тараканы, я даже не буду тут отпираться, но так оно и есть. И, в общем, не могу я смотреть прямо на людей, я автоматически немножечко поворачиваю голову, выворачиваю ее. Короче, вы поняли, да, что я решила, что я буду это делать, потому что я взвесила все за и против, будет все равно общий наркоз. И все равно нужно будет приходить после этих разрезов, когда будут доставать металл, приблизительно 3-4 недели. И примерно столько же, по прогнозу, будет как раз отек в зоне нижней трети, там, где будут с костью работать. То есть получается, то на то и выходит. Будут с ней работать, не будут с ней работать, все равно 3-4 недели выходит, я буду отекшая, опухшая, огромная, похожая на рыбу-шар. Вы представляете, только отстрелялась я с посылкой с iHerb, как приехала очередная. У меня просто день каких-то посылок. И на этот раз ко мне приехал уход как раз в аккурат Medicaid, который я только что упоминала. И это сотрудничество с магазином Look Fantastic, за что им огромное спасибо. Они мне дали возможность выбрать тот уход, который мне интересен. И я выбрала как раз Medicaid, потому что многое уже попробовала, он мне подходит, этот бренд, многое нравится. И я перезаказала, во-первых, вот эту вот сыворотку, значит, с пептидами, безумно крутая штука. Мне еще очень-очень хотелось, значит, сыворотку такую двойную с медью, но я решила, я сосредоточу свое внимание на чем-нибудь другом. Ну, например... Например, очень мне хотелось попробовать вот эту вот сыворотку, она с гиалуронкой, там еще куча всего в составе. Я на самом деле вот просто гиалуроновые какие-то сыворотки давно перестала заказывать, потому что это один из самых распространенных на самом деле компонентов в увлажняющих сыворотках. Нет смысла вот прям отдельно его заказывать. А вот такие вот многокомпонентные штуки мне интересны. Очень мне хотелось их ретинол попробовать уже с прошлого года, я облизываюсь на них. Правда, у меня открыты и другие пока версии, их нужно срочно заканчивать, потому что на самом деле это не самый стабильный компонент косметический. Я начну пользоваться ретинолом, как только солнце активное уйдет. И обязательно буду вам рассказывать, что я об этом обо всем думаю. И здесь у меня, по-моему, тоник. Да, это тоник, на который было очень много положительных отзывов. Вот, захотелось мне попробовать, потому что цена у него, кстати, была одна из самых гуманных. Ну, я говорю, если сравнивать с ценами в целом на этот уход. Так, и здесь у меня
значит, gentle cleanse, это значит мягкая пенка. Пенками я давно не пользовалась, но это так хвалили, что это прям супер-пупер мягкая пенка, что я не удержалась и решила тряхнуть стариной и заказать пенку. В общем, огромное спасибо Look Fantastic за эту посылку, я очень рада. Один из моих основных аргументов против — это то, что у меня в прошлый раз после операции страшно болел подбородок. Это была самая мучительная, просто угнетающая боль. Она длилась несколько недель, и эти недели я была готова просто лезть на стены. Тут просто очень много нервной ткани, и здесь снова будет проходить разрез горизонтальный, потом кость будет подниматься, то есть задействована будет опять же вот эта вот зона, и никто не исключает, что я снова не буду испытывать этой боли. Но, тем не менее, я решила, что хочу довести начатое до конца. Еще против был аргумент, что все равно придется теперь снимать эту пластину, но врач меня успокоил, что в этот раз можно будет это сделать под местным наркозом, не под общим. Только через укол, и можно будет сделать небольшой разрез и достать эту самую пластинку. В общем, сижу, жду операции. Я надеюсь, что она пройдет успешно. Я надеюсь, что я стану симметричной. Я надеюсь, что это будет самое последнее такое серьезное инвазивное вмешательство в мои кости. Привет, я проснулась, пока еще слабенькая, но гораздо легче, в этот раз я перенесла наркоз, чем в прошлый раз, но и операция значительно короче. Мало того, я даже успела уже поесть. На удивление мое принесли такую хорошо сформованную еду, мягкую, но сформованную. Картофельное пюре, тефтельки, значит, куриный супчик. Все это так симпатично выглядело и на вкус приятно. Я очень была довольна. Но, правда, не могу вот так вот прям широко открыть рот, поэтому засовывала по кусочку понемножку. Даже утомилась от приема пищи. Мне тут выдали железяки, которые были у меня в лице. Посмотрите их сколько. Я уже вернулась в Москву из Питера, а пока меня не было, тут приехало ко мне две посылки. Решила вам их показать. Вы, кстати, не обращайте внимания, что я звучу как помирающая лебедь. На самом деле, я себя нормально чувствую, ну, просто еще немножко слаба. Короче, приехали ко мне две палетки от бренда Huda Beauty. Я люблю эти девятки, не все, там 50 на 50. Последнюю я свою продала, и мне ужасно захотелось попробовать питон, а еще больше ягуар. Я думаю, что она многих заинтересовала, но, к сожалению, в Scout Beauty приехала палетка битой. Вот этот вот, вот этот вот синий оттенок я спрессовала пальцем, вот, написала в службу поддержки, посмотрим, что они мне на это все ответят. Вторая палетка, по счастью, приехала в хорошем состоянии, очень красивая. А еще мне в подарок положили блеск, такой красивый, молочный. А еще мне дали пробник тональника, тоже от Huda Beauty, буду я тестировать. Это не все, чуть-чуть перемещусь сюда. Приехала очередная посылка с iHerb. Я на самом деле показываю только в таких роликах все свои эти заказы, вот, и покажу вам, что ко мне приехала. Ну, во-первых, приехала такая умывалка Vani Cream. Очень мягкая, потому что грядут холода, и мне нужно запасаться умывалками. Они у меня улетают достаточно в большом количестве. Ну, плюс надоело одно и то же покупать. Хотелось что-нибудь новое. А еще я заказала лосьон для лица, который с керамидами. Вот, и мне показалось, что это хорошая идея, хотя мне кажется сейчас уже, что, возможно, надо было взять что-нибудь поплотнее. И я, наверное, буду делать заказ на Look Fantastic, давно хочу попробовать перикон, и у них есть очень хваленые кремы,
возможно, что-нибудь возьму, а это, может, оставлю на попозже. Ну, посмотрим, как оно будет. Неожиданное включение, звучу я уже бодрее. Короче, пока я тут восстанавливаюсь, мне все продолжают приходить подарки от брендов. И вдруг, неожиданно, я вам показываю сковородку. Причем эта сковородка такая стейковая. Мне давно хотелось купить ее для Москвы. У меня есть такая в Питере, а в Москве нету. А мне нравятся вот такие полосочки на мясе. Короче, выбрала я себе недорогую сковородку. Компания Faberlic мне предоставляет такую возможность выбирать то, что мне нравится. И я выбрала. Мне понравилось, что она такая здоровенная, 28 сантиметров. Короче, аккуратно два стейка. Еще понравилось, что она такая, знаете, не хлипкая, а толстенькая. Ну, в общем, буду я ее тестировать, расскажу вам попозже, как оно. Вроде хвалят их. Еще, кстати, ручка такая прикольная, сейчас вам покажу. Она такая прорезиненная. Мне понравилось. И еще, конечно же, я не могла не заказать бытовую химию от Faberlic, потому что я большой фанат ее, мне она очень нравится. Как обычно, я заказываю себе на холодное время года вот такие гели, которые предназначаются для деликатной стирки, то бишь для шерстяных вещей. К несчастью, их надо все сейчас доставать. Так, еще я заказываю всегда порошок жидкий, значит, фокусируйся, пожалуйста, для белого белья, только показываю почему-то средство чистящее для ванной комнаты. А, оно было по скидке, то есть рублей за 50, что ли, я его заказала. А для белого белья это вот это. Значит, концентрированный гель, которым я стираю, простите за интимные подробности, нижнее белье, для того, чтобы оно сохранялось белым и не было в таком сероватом налете. Очень классный порошок. Ну и взяла еще вот такой вот для стирки, значит, цветного белья. Такой у меня был в ходу все лето. Что, все, я что-нибудь еще заказывала? А, конечно. Так, влажные салфетки я беру уже который раз для удаления пятен. Обожаю. По первости, когда я их заказала, они их только перевыпустили, сделали в новой формуле, они мне не понравились. Но ребята то ли взялись за ум, то ли мне какая-то досталась дурацкая пачка. Но сейчас они отлично работают. Беру их постоянно. И заказала, по-моему, впервые вот эти влажные салфетки для обуви. С Faberlic разобрались. И подтягиваем еще одну посылочку. Так, до того, как я начну ее разбирать, я вам покажу тени, которые приехали ко мне от Тами Танука. Я все-таки решила дать ребятам шанс еще раз, значит, меня порадовать. Потому что пока из трех палеток купленных, мне понравилась только одна, которая бойкая лавандовая шиншилла. И что-то мне стали девочки писать, зря вы так, попробуйте у них вот эту палитру, она у них самая такая ходовая, самая классная. И я что-то подумала, а что нет, вы видите, что происходит с этим зеленым? Смотрите, вот зеленый, а вот типа оп, и фиолетовый. А еще вот с вот этим оттенком, который персиковый, а потом оп, и какой-то он такой зеленый, что ли. Ну, короче, разберемся. Буду я тестировать эти тени. Я себя чувствую намного лучше. Вы слышите, как звучу хорошо. Значит, последняя посылка на данный момент. Наверное, в этом ролике больше не буду ничего показывать. Там еще много чего едет. Уже от бренда Миша. Если вы смотрите мой канал достаточно давно, то вы знаете, что у меня не складываются отношения с уходом от бренда Миша. Все, что не пробовала, красиво упаковано, но на мне не работает. И тут ребята ко мне обратились, говорят, а вы не хотите потестировать одну из самых наших крутых линеек антивозрастных? И я думаю, блин, ну может быть в этот раз мне подойдет, мне повезет, тем более она такая красивая. Я залезла, конечно, сразу же в интернет, посмотрела, и она мне, конечно, визуально безумно понравилась. Я уже одну коробочку тут вскрыла, для того, чтобы было удобнее доставать содержимое и показать вам, насколько красивое тут оформление. Короче, вот это вот крем, значит, для лица. И я почитала про эту линейку, и она у них считается одной из самых, я так поняла, крутых у бренда Миша, антивозрастных.
Из активов здесь неоцинамид, а еще туда ребята добавили, значит, по-моему, масло ши. Я очень впечатлилась этим, потому что я люблю масло ши на своей коже, и неоцинамид очень люблю как компонент. И там еще много всякого, там экстракты грибов в частности. Сам производитель делает упор на то, что здесь в составе есть женьшень. Я даже поняла, вроде как два вида женьшеня, красный и черный. А еще мне понравилось, что по описанию это плотные кремы. Почему во множественном числе? Да потому что их тут два. Здесь есть, значит, поменьше баночка. И это, я так понимаю, крем для глаз. Фокусируйся, пожалуйста. Короче, здесь совершенно не жлобские объемы. Крем для глаз, как стандартный крем для лица. Здесь его целых 30 мл. Обычно стандартный крем это 15 мл. А что касается крема, значит, для лица. Слушайте, одной рукой, конечно, очень трудно это все держать. То здесь его целых 60 мл. Короче, объем ровно в 2 раза больше, чем в стандартных европейских кремах. Да и не только, кстати, европейских. Так, что тут еще? Здесь есть, значит, маска тканевая. У меня почти таких масок не осталось. Я от них отказалась. И еще здесь есть эссенция. А вот с эссенцией, скорее всего, мы не слишком подружимся. Я буду пользоваться ею не чаще одного раза в неделю, потому что у нее там в составе, в начале списка ингредиентов, есть этиловый спирт. На него моя кожа реагирует, если пользоваться этим делом часто. Она у меня, как правило, эта кожа дозозависима. То есть, если немножко, если редко, то норм. Если на постоянной основе, то она обычно взбрыкивает. Но вы знаете, больше всего меня на самом деле интригует вот эта штука. Так, потому что это значит массажный крем для умывания, чтобы это не значило. Массажный крем для умывания по описанию, значит, по списку, вернее, ингредиентов, скорее всего, это, ну, скажем, версия гидрофильного бальзама, что ли, как. Ну, короче, я пока не разобралась, надо пробовать, надо тестировать, но мне очень интересно. Тем более, что у меня заканчиваются гидрофильные все масла, и мне будет интересно это все, значит, потестировать. Ну и, конечно, составы здесь очень-очень длинные. Это стандартная история для корейских средств. Други мои, вы же понимаете, что я не могла не показаться. Наконец-то прошло 3,5 недели, и можно уже оценить первые результаты. Если не вертеться, если набраться, значит, мужества и посмотреть прямо в объектив, то мне кажется, уже заметна колоссальная разница между до и после. Значит, нижняя треть справа, вот эта нижняя челюсть, стала выше, чем была. Она была покатой и ниже располагалась. А еще у меня появился небольшой угол с правой стороны, которого не было. И лицо в статике теперь выглядит значительно более симметрично. Мне оно очень нравится. Другое дело, что меня на данном этапе очень беспокоит моя мимика. Я думаю, что если внимательно присмотреться, видно, что у меня, значит, губа немного выворачивается во время разговора влево. Потому что вот эту мышцу я очень сильно чувствую, она в каком-то сильном таком гипертонусе. И она вот прям тянет на себя вот этот весь участок рта. Вот, в то время как правая половина, наоборот, более инертная и до сих пор не вернула сюда чувствительность. Андрей Русланович советует делать гимнастику, советует разрабатывать мимику перед зеркалом. Я этому посвящаю сейчас приблизительно, наверное, час времени в день. Ну и вообще при каждой удобной возможности. Как только я начинала делать эту гимнастику, я даже была не способна произносить гласные звуки «у» и «о». Вы видите, у меня сейчас уже получается, а еще нужно, значит, произносить согласные звуки, такие как «п». И Андрей угорает надо мной, говорит, что я похожа на Шарикова. Помните, когда он, значит, из собаки превращался в человека? Абр! Абр! Ой, это феноменально! Абр! Абр! Если через 2 недели ситуация кардинально не поменяется, то, конечно, я пойду к неврологу решать проблему. И, наверное, нужно будет брать курс массажа. Тоже врач мой рекомендует это делать. То есть не только сам массаж практиковать, но и массаж специалист должен делать. То есть нужно больше работать вот этой правой половиной.
и синхронизировать две половины моего лица. Это так интересно, да, что вот эта вот левая сторона почему-то тянет, в то время как оперировали как раз вот правую. А может быть, как раз в этом и есть смысл, потому что здесь больше повреждения, и потому здесь как бы меньше чувствительности. Ну, короче, хз, пока есть как есть, но я все равно на самом деле в этот раз не паникую. Вот в прошлый раз, когда у меня рот стоял вот так, я, конечно, сильно парилась, потому что я выглядела как человек, у которого перманентный инсульт. А сейчас, да, даже несмотря на то, что мимика немного кривовата, она все равно не столь фатально кривая, как тогда после, получается, второй операции. А если она еще и выправится, я на это, конечно, сильно рассчитываю, то будет вообще идеально. Ну, короче, можно сказать, что я чувствую себя хорошо и физически, и эмоционально бодрячком. Я пока немножко, правда, стесняюсь снимать ролики на тему бьюти, хотя, как видите, я сегодня накрасила такие глаза, кстати, впервые за 3 недели. Какой палетка Ягуар, по-моему, глаза красила. Одно из двух худ, которые ко мне приехали. Вот, ну, может быть, я преодолею это стеснение и начну наконец-то снимать контент. А вообще у меня, конечно, задумка сделать наконец-то прямой эфир. Вот, я пока еще очень сильно стесняюсь. Может быть, как только выправится ситуация, как станет получше, я наконец-то это реализую. Пожалуйста, ставьте пальцы вверх, что там положено говорить, я уже и забыла на самом деле. Подписывайтесь на мой канал. Вот, и увидимся в скорости. Пока.